Всем привет! В семье ваших друзей пополнение, и вы не знаете, как поздравить их с этим праздником. Сегодня я расскажу, как сделать вот такую открытку и поздравить родителей с этим счастливым днем. Давайте начнем! Итак, мы с вами начинаем с того, что готовим заготовку из акварельной бумаги размером 14,5 на 14,5 см. Сегодня открытка у нас будет квадратная. Также подготавливаем подходящий фон размером на 5 мм меньше, то есть 14 см на 14 см. Теперь нам нужно будет обработать края. Я беру вот такие штемпельные чернила. Начнем с заготовки. Мы обрабатываем края не такими движениями, как мы делали раньше, а просто проводим по краю. Теперь ваша задача найти подходящее изображение детей, чтобы нам использовать их для украшения. Я нашла у себя вот такого замечательного ребеночка. Обработала края штемпельными чернилами. Также у меня есть вот такой фон с детьми. И просто такой подходящий фон для подложки. Так, теперь я это все приклеиваю. Вот здесь сзади под фоном я размещу декоративный скотч. Небольшие кусочки. Далее я беру вот такой кусочек кружева и приклею его вот сюда. Далее я использую вот такую рамку из чипборда. Далее я буду использовать вот такой бантик из атласной ленты. Края мы обработаем огнем. Приклеим парочку полубусинок разного размера. Такую и такую. Далее я вырезала вот такую тоненькую полоску из такой же бумаги, которую использовала вот здесь на подложке. И сделала край дыроколом края. Вот таким вот. Теперь приклею ее вот сюда. Теперь нам осталось добавить надпись «Поздравляем». Итак, самое главное в этой открытке – это найти изображение ребенка, либо что-то детское, и уже от этого составлять всю остальную композицию. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. Обязательно оставляйте комментарии. С вами была Лена Смирнова, до новых встреч!